Это был объект, где реализовывались продукты питания, но по данному объекту было много вопросов со стороны правоохранительных органов, так как были частые случаи реализации алкогольной продукции, которая там не должна была реализовываться. Были несколько раз демонтированы игровые автоматы, поэтому много было нарушений. В скором времени власти планируют снести еще два незаконных объекта. Оба на Ленинградском шоссе. В течение августа демонтаж киосков планируют закончить.